прошлом году новые офисы Райффайзенбанка были открыты в Ростове и Краснодаре. Очередь дошла и до Анапы. В городе-курорте двери распахнул новый современный офис. Нашим главным стремлением всегда было и будет построение долгосрочных отношений. Внимание каждому клиенту – наш основной приоритет, считает председатель правления Райффайзенбанка Сергей Мунин. Нормальный наш офис, как представительство, как лицо компании. Вот. Надеюсь, что это благоприятно повлияет на дальнейшее расширение бизнеса в этом городе, который показал, что бизнес он дать способен и благоприятно повлияет на нашу команду и на ее эффективность. Клиентам предлагается полный набор услуг для физических и юридических лиц. Кредиты, депозиты, текущие счета, все виды банковских карт. Также здесь можно получить квалифицированные консультации по всем финансовым продуктам и сервисам банка. Подключить доступ к СМС-уведомлениям. График работы с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов. В субботу с 10 до 14.00. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа регион.